Всем привет! Стартуем! А знаете ли вы, почему в Китае так много долгожителей? Потому что они употребляют в больших количествах... Нет, не конфеты. А ту самую пекинскую капусту. В ней много лизина, аминокислоты, которые борются с чужеродными белками в нашем организме и очищают кровь. Сегодня я поделюсь с вами рецептом салата из той самой пекинской капусты. Состав очень прост. Пекинская капуста, морковка по-корейски, куриная грудка, кукуруза и майонез. Готовите еду, думайте только о хорошем, потому что в каждом блюде есть своя душа. Секрет этого салата в том, что здесь не нужна соль. Попробуйте и убедитесь в этом сами. Все, наш салат готов. Если есть желание, можете украсить его. Ешьте пекинскую капусту в любом виде, в вареном, сыром, в салатах. Мы должны долго жить, нам так многое нужно успеть. А теперь внимание, конкурс. Готовьте этот салат, оформляйте, фотографируйте, присылайте нам фото. Победителю подарок!